до 2 килограмм 300 грамм, то есть увесистое оружие. Поддержим, поддержим бойцов, кричим «Отлично!», кричим «Браво!», конечно же, бойцы достойны друг друга, бой за третье место, первый раунд, наносятся удары. В рамках правил, конечно же, можно удерживать или толкать соперника, но только в рамках правил. Мы видим, что наносятся удары как в корпус, так в голову, по ногам. Время, стоп, стоп. Бой за третье место. Первый раунд. Наносятся удары. В рамках правил, конечно же, можно удерживать или только соперника, но только в рамках правил. Времени нету. Каждый исход длится до 3 акцентированных ударов. Бой. Второй сход. Решающий сход. Бой. Стоп, стоп, бой, стоп. Ударов.
решающий раунд за третье место. Наставление одному из бойцов сборной России по поводу того, чтобы он бил. Но на данный момент мы видим, что с двух сторон наносятся удары соперниками. Стоп! Гофмаршал встречает. Неумолимо истекает время. Еще бой продолжается. Стоп, стоп, бойцы. И место. Неумолимо истекает.